Если можно, для начала итоги встреч подведите, пожалуйста, московским «Динамо». Самое главное, что итог, что проиграли по игре, именно пропустили контратаки. В принципе, сами ошиблись, можно сказать, сами подарили победу. Так со стороны показалось, что в первом периоде вот чего-то не хватало Салавату, во втором и третьем уже переигрывали соперника. Так ли это было на самом деле? Да я не знаю, но на самом деле там в первом периоде два удаления опять подряд, да, были. И там немножко из-за этого, может быть, упустили чуть-чуть преимущество, потому что, в принципе, начали-то неплохо, там поддавливали, накрывали в той зоне, играли активно. В общем, в своей зоне, я не знаю, мне показалось, что мы не играли. Вот, поэтому, ну вот удаление немножко так подбили. Может быть, из-за этого показалось, что инициатива. А так, в принципе, по ощущениям, игра была именно по инициативе равной. В принципе, один рисунок был в течение всей игры. В концовке едва не сотворили такой фантастический камбэк. А добавит ли это команде какую-то психологическую уверенность и, может быть, даст какой-то всплеск внутренний? Да, я не думаю. Конечно, ну, здорово, что забили две, но, по сути дела, они ничего не решили. Они, то есть, как бы, толку-то от них нету, получается, да, если бы там третью забили бы, тогда да, но немножко времени не хватило. Я думаю, если бы вытащили бы игру, тогда можно было говорить о каком-то там психологическом всплеске. Сейчас, конечно, я думаю, что ребятам, кто забил, конечно, хорошо забивать, но это какой-то, может быть, личной уверенности добавит, но именно команде, в принципе, как бы пользы это не принесло.